уже второй год группой «Ловцы эмоций» выставляемся в наших прекрасных залах Союза художников. И хотелось бы представить новый наш проект. Называется он «Внимание, люди». Мы хотели бы привлечь всех, и не только всех, ну и как бы себя в частности, поработать над портретом, поработать над тем, чтобы близко нам, наших родных, гостей, которые к нам приходят, знакомых, и просто какие-то ситуации жизненные, жанровые. И показать как бы городу, что же вот вокруг, не только политика, не только как бы то, что вот вокруг происходит нас. Сегодня люди настолько впечатлены всем происходящим, а наоборот привлечь в залы, посмотреть, еще раз поговорить о искусстве, собрать друзей. Бывает так, что мы и не встречаемся по году. Вот. И, конечно же, прежде всего хотела бы представить всех здесь художников, которые как бы неоднократно уже выставлялись, и вы их знаете и видите, а кто-то вот для вас не знаком, а кто-то первый раз, а кто-то второй раз, в общем, это не важно. Ну вот, прежде всего, начнем, значит, вот Александр Краснов, ему слово, Юлия Иванова. Ну, в общем, я просто познакомлю еще раз, кто не знаком. Елена Краснова, керамика, Анна Осипова, живопись, Александр Суриков, живопись и график, Ирина Верпета, Лена Лихацкая, Андрей Саенков, Юлия Яшкова, керамика. То есть все мы как бы меняемся, кто-то уходит, кто-то приходит, но... Ну хорошо, ладно, тогда расслабились и отдыхаем. Как самый молодой. Хорошо, хотела представить, как бы, то, что у нас сегодня также будет концерт группы «Заповедник гоблинов» и поэты Рустам Карапетян и Иван Клиновой. Так что у нас целая концертная программа. Скажи два слова, пожалуйста. У нас такой, знаете, рабочий момент, если кто-то хочет сказать, и у кого есть желание, прошу. Здравствуйте. А здесь собрались замечательные люди для того, чтобы посмотреть на замечательные картины, на которых есть очень хорошие персонажи. И это замечательный день, и сейчас мы будем слушать музыку, стихи, и все будет здорово. Потому что синтез искусства – это святое еще с времен самого начала. У меня нет помпезности, нет какой-то официоза такой. Есть такая приятная человечная дурашливость, веселость. Очень много теплоты в портретах, где-то написано с любовью. Вот никто не хочет из себя мастера. Наоборот, вот здесь есть вкус к жизни,